Говорят, чем интереснее место, вот, например, Москва, тем дороже там цены. Поэтому мы решили проверить, сколько стоит собрать потребительскую новогоднюю корзину, где в Иннополисе. Спорим, двери откроются. Я был прав. Чтобы было все прям честно-честно, причестно, то мы будем брать самые дорогие цены, мы не будем брать самые дешевые. Напоминаю, берем самое дорогое. Короче, ребятки, это не обычная пятерочка, это черная пятерочка, как мне сказали. Чем она отличается от обычной, не пояснили, но, возможно, в черной пятерочке ассортимент куриной продукции выше. Как вам шуточка? Я-то думал, тут вообще ничего, кроме компьютеров, нет в Иннополисе-то. А вот тебе Бахатле, вот тебе Магнит, вон тебе пятерочка, это все в радиусе 100 метров. Единственное, что... Я как полувозрелый мужчина не нашел ни одного массажного салона. В Магнит можно с мороженкой. И с напитками. Самый дорогой, самый дорогой, самый-самый-самый подарок дорогой. Прямо сейчас себе можете в голове рисовать вот эти картины с гладиаторских боев, где он гладиатора на лице нарисован пятерочка, а у другого гладиатора на лице нарисован Магнит. Я как бы специально все это произношу негромко, чтобы потом не было претензий, а почему, Антон, ты кому-то лучше относишься, а кому-то хуже. Нет, всех люблю, ко всем хожу, кроме Бахтле. Ну, в общем, посетили мы пятерочку и Магнит, осталось посетить... Царя супермаркетов, Бахатле, или Бэкстел, как некоторые произносят. Сейчас узнаем, может быть, там, представляете, будет дешевле. Но, как мне рассказали в шутку, то ли сотрудники пятерочки, то ли сотрудники в Магните, знаете, почему в Бахатле все ровно по полочкам? Потому что туда никто не ходит и никто ничего не берет с полок. Ребята, премиальный супермаркет, приходится рукой открывать. В общем, прошли мы пятерочку, Магнит и Бахатле. Говорю, как старый боевой товарищ. Мы прошли эти три сетки быстро. В общем, цены я брал самые высокие, самые дорогие товары я рассматривал, потому что я мужчина, я беру самое дорогое, я считаю это самым качественным. Ну что уж поделать-то, поэтому не судите строго. Тем более, к концу декабря, когда этот ролик выйдет, цены, наверное, уже минимальные сравняются с максимальными. Кто знает, может быть, как-то будет по-другому. Поэтому вот сейчас внимание, смотрите, кто победил, где дешевле всего закупаться дорого в Иннополисе. Бегом в Иннополис, тут красиво, если что.